Будет пиратский попугай? А кто это у нас в гостях сегодня? Птучка и лисичка. Птучка и лисичка. А что вы нам приготовили тут такое интересное-интересное? Это животные и мозаика. Ну как? Здорово, а что это вы принесли? Это мозаика с животными. Можно разобрать и собрать. И большая медведица. Ух ты, а что ты достал? Покажи, пожалуйста. Это кто? Слон. Это слон. А это кто? Это медведь. Он похож на созвездие большая медведица. А это что? Верблюд. А это верблюд. Прикольный такой. А что дальше? Утка. Ух ты, какая прикольная. Утка. Смотри. Кто еще тут интересный есть? Тут и жираф, и зебра, и динозавр. Ух ты, бегемот, улитка. Видите? Это бегемот. Прикольная такая. А дальше кого? Давай жирафа достанем, давай. Жирафа достанешь? Не, давай лучше улитку. Давай, какая прикольная улитка. Смотри. Улитки медленно ползают, да? Да. О, жираф! А большая медведица выше, чем улитка. Следующий кто? Зебра. Ух ты! Зебра! Прикольная зебра. Кто следующий? Динозавр. Ух ты, какой большой! Какой динозавр огромный-огромный! Круто! Давай я покажу, какой он больше всех. Покажи. Вот, видишь? Самое высокое животное получается? Самое большое на свете. А разве верблюд? Смотри, а верблюд? Он после слоника может будет? Посмотри по росту. Куда верблюда лучше поставить? Ух ты! Кто следующий? Кого достанем теперь? Жирафа. Ух ты, жираф! Он такой высокий! О, давай я покажу. Он выше динозавра. А жираф у нас тут выше динозавра. Да? Да. И взрослый большой жираф. Да. Ух ты! Еще у нас остался. Ух ты! Это же мой... Кто, брат? Это мой брат, белый медведь, как я, правда? Да. Привет, белый медведь! Ты к нам из Северного полюса? Да, я похож на тебя, прям. Да, ты тоже белый медведь. А как тебя зовут? Меня зовут Тучка. А меня зовут Малая Медведица. Ух ты, ты Малая Медведица. Первый раз вижу Малую Медведицу. Прикольно? Да, даже есть такое созвездие. Тебя назвали, наверное, в честь созвездия настоящего. Да.
большая медведица. Круто! Егор, а как ты думаешь, что это за маленькая штучка вот эта? Это кто? Я не знаю. Может, это рыбка? Наверное. Похоже на рыбу? Похоже, только, наверное, это стрелочка. А вот рыба. Это будет у нас рыбка. Похоже на созвездие рыбы. Похоже. Давай достаем следующую зверушку. А ты знаешь, кто ты? Какой-то крест. Птица. Действительно похоже на птицу. Это крылья. Ух ты, какой-то попугай красивый. Здорово. Давай на тебя сядет. Давай, на плечо мне сядет. Будет пиратский попугай? Моя птица мне на нос села! Спасите, помогите! О, пиратский попугай! Я пират, у меня на плече попугай! Прикольная птица! Вот это птица! Еще один крокодил и все. Остался один крокодил? Да. Ну доставай, показывай. Крокодил. О, ух ты, зеленый зубастый крокодил. А где он живет, знаешь? В речках. Да? В речках? Да, в Амазонке он живет. Ух ты. Получится все на место собрать? Да! Да! Компания! Ставьте лайк и нажимайте на колокольчик. Всем!